О том, нужно ли сделать поблажки и разрешить курение в некоторых общественных местах, мы решили узнать у жителей Саратова. Я не курю и никому не советую, а тем более там, где дети, люди, это не нужно совершенно. Я думаю, неправильно. Все-таки там бывают и дети маленькие, и кому вредно это все. Конечно, это... правильно. Все равно люди курят же, какая разница? Все равно курят. Я, например, сама не курю, и поэтому, когда проходят люди курящие, мне, например, с ними находиться неприятно. Поэтому я против этого. Можно не штрафовать, а предупреждать, там, ну, 100 рублей штраф устроить. Не 500, не 1000. Это плохо. Еще вообще бы запретить его прям в подъездах курить. Я вообще сама не курю. У меня в семье никто не курит. Поэтому я вообще против курения. И там, и в лифтах, и в домах, и в подъездах. Я вот считаю, что пусть люди курят только в своей квартире. Нет, неправильно. Потому что у нас достаточно большое количество уже не курящих людей и тех, кто отвыкает от этого.